Мяч в игру подает Эльвира Захарова, капитан женской сборной ветеранов волейбола. Они проводят товарищеский матч против юношеской команды «Локомотив Изумруд». Ребята недавно стали чемпионами России. То есть что-то покажут они нам, наверное, новенькое, что-то можем показать мы им. Ну и в конце, как всегда, небольшой спарринг, небольшая встреча, игра, пара партий. Это своего рода обоюдный мастер-класс, который организовали общественники. Юные обладатели титула чемпионов России по волейболу выбраны для проведения тренировки не случайно. В этом городе у них проходит тренировочный сбор. Сейчас проходят Олимпийские игры, поэтому очень интересно, и популяризация спорта, она везде, во всем. И поэтому мы решили собрать, так как волейбол у нас очень хорошо развит, в принципе, и женщины, и мужчины. И поэтому очень будет интересно провести такой матч и тренировку вообще. Несмотря на опыт, ветераны значительно уступают молодым спортсменам. Первая партия заканчивается со счетом 14-2 в пользу юных чемпионов. За ребятами преимущество в скорости и энергичности. А вот о настоящем чемпионате капитан юношеской сборной Дмитрий Кулаков рассказывает, что вырвать победу у соперников было весьма непросто. Главным противником оказалась московская сборная. Мы первый раз мы сыграли 3-1, а второй раз у нас была жесткая борьба с командой. Сыграли 3-2. Следующая тренировка с чемпионом состоится 22 августа. Мастер-класс будет давать капитан сборной Свердловской области по пейнтболу Алексей Горохов. Тренировка пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский». Александр Перминов, Сергей Шемет, Интера ТВ.